Я вспоминаю, что впервые, когда появилось вот имя Гамзатова в литературе, когда я столкнулся с его сочинениями, когда стали появляться его стихи в газетах, в журналах, то как-то они сразу приковали внимание вот к его творчеству. Причем я вот интересовался среди моих друзей, у них то же самое, вот сразу обращали внимание. Я провожу, понимаете, параллель с музыкой. Вот когда в музыке вот так не знаешь кто и что, и слышишь какие-то свежие интонации, какую-то интересную ритмику, какую-то очень оригинальную инструментовку, если это симфонический оркестр, то сразу уже начинаешь от того, что ты слышал или видел, интересоваться, а кто их создал. Вот таким образом как-то я сразу заметил Гамзатова. Это удивительный поэт. Его стихи, так сказать, не только читаешь, но и наслаждаешься ими. Они заставляют думать, они возбуждают воображение, фантазию. И не случайно на стихи Гамзатова написано очень много песен. Он привлекает внимание многих композиторов.